Нового руководителя личному составу гарнизона новороссийской полиции представил заместитель начальника по охране общественного порядка Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник Юрий Сафронов. По его словам, Андрей Терехин отлично справится с поставленными перед управлением задачами благодаря своему профессиональному опыту. Активный, грамотный, принципиальный, целеустремленный. Так отозвался о новом главном полицейском города-героя представитель главка. Приказом начальника главка номер 2284 по личному составу от 30 июля 2018 года полковник полиции Терехин Андрей Анатольевич назначен на должность начальника управления России по городу Новороссийску. Терехин Андрей Анатольевич прошел достаточно серьезный путь. Длительное время руководил отделом внутренних дел по городу Горячий Ключ, отделом МВД России по городу Анапа. На сегодняшний момент руководство главка выражает уверенность, что способен по своим качествам деловым, профессиональным возглавить УВД по МВД по городу Новороссийску. Андрей Терехин родился 1 января 1971 года в Томске. В 1998 году окончил Кубанский государственный университет по специальности юриспруденция, квалификация юрист. Профессиональную службу начал в 1993 году, пройдя путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Советского района Краснодара до начальника отдела МВД России по Анапе. Свою службу я начал в 1993 году. Пришел в уголовный розыск территориального отдела. Вот. И в различных должностях, в основном связанных с оперативной работой, за исключением последних два года, руководил отделом полиции гидрострой Благоева 24. Вот. После этого опять продолжил свою службу в управлении. В территориальном органе я проработал 10,5 лет, потом 3 года проработал в управлении розыска. После этого был назначен на должность начальника отдела Горячего Ключа. 5,5 лет проработал в должности руководителя, был назначен на должность начальника МВД по городу Анапа, где проработал 7 лет. С сегодняшнего дня Андрей Терехин – начальник управления МВД России по Новороссийску. Полковник полиции рассказал о первоочередных задачах, стоящих сегодня перед ведомством, и о том, чему в своей повседневной работе он будет уделять особое внимание. МВД города Новороссийска всегда находилась на хорошем счету, отличалась профессиональностью сотрудников. Поэтому я думаю, что только улучшать эти задачи, которые есть. И хочу поблагодарить и руководство Главного управления за оказанное доверие. И в то же время за встречу, сегодняшнее представление руководства города-героя Новороссийска. Работу вижу в тесном взаимодействии с органами муниципальной власти, силовыми структурами города Новороссийска, в том числе прокуратуры ФСБ. Новый руководитель, опытный руководитель, тут не новичок, опытный оперативник, всю жизнь на оперативной работе отдал. И как руководитель, 7 лет в Анапе, 5 лет в Горячем Ключе, я считаю, что все те направления, которые мы наметили с управлением делать, мы их будем продолжать делать в рабочем режиме. Это самое главное – безопасность тех мероприятий, которые у нас грядут. Это День города, юбилей, это, ну, много юбилейных дат. И, как всегда, управление на высоте всегда было и будет. Я в этом уверен. Александр Басалаев, Алина Колмакова, Петр Юркин. Новая Россия.